Итак, всем привет, дорогие друзья. Это у нас запись идет сейчас. Продолжается наперед. А мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. И мы сейчас с вами делаем себе материал. Я предлагаю из кварца сделать сразу стекло. Это раз. Во-вторых, комплект проводов. Персональный инструмент. Вот. Вот. Так, строитель, микросхема. На микросхему нам нужен медный провод и эластичный коралл. Ну чё так нудно-то, а? Эластичный коралл один есть. Медный провод. Медный провод тоже есть. Инструменты, микросхема. Так, надо пожрать. Ау, да, больно, больно. Так, попей водички и хренью не страдай. О, кстати, зацените, смотрите, яйцо-то место не за... яйцо-то место много не занимает, смотри-ка, давай его сюда положим. Так, сейчас поплывем за коральчиками, сделаем себе водички. Чтоб сразу с пользой все было. Так, окей, инструменты, вот, да, микросхема. На микросхему нам нужны эластичные кораллы. Погнали. Будет у нас такой интересный инструмент тоже. Совершенно неплохой, я бы даже сказал, инструмент. Блин, вот это вот прям так и рвется собрать. Так, плывем вроде правильно. Ну, конечно, правильно. Как же без этого? Сейчас вот тут вот у нас эластичные кораллы пойдут. Вот тут вот у нас есть шанс находить фрагменты этого морехода. Ну что-то, конечно, не слишком все прям шикарно. Такс, кислород. Во. Опять я эту штуку нашел. Что ты такое? База данных. Ребризер какой-то. Кошмар. Какой-то ребризер нашел. Это ничего сканировать не могу. На меня агрятся злые рыбы. О! Фрагмент пушки. Один из двух. Неплохо. 30 секунд. Бляха. А, во. Без паники. И вон как раз эластичный коралл вижу. Бегом. Опа, красава. Нас не догонят. Так, давай еще долбани. Но тут какие-то сигналы у нас идут. Странненькие. Окей, хрен с этими сигналами, пока мы... У нас нет шансов исследовать эти сигналы. Ладно, я помню, у меня еще там эластичный коралл лежал. Что-то пока не вижу их просто по дороге. Ну-ка, давай еще бахнем. Ну да, у меня там еще эластичный коралл был. А, во, вижу, 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 вижу. Неплохо. Так, все. Можно отсюда потихонечку уходить. Так, а вы кто такие? Давайте я вас просканирую. Арктический скат. Обязательно прочтем о тебе, когда сейчас домой приплывем. Да, фиг с этими 30 секунд. Чё мне?
Сейчас вон на поверхность выплыву и все. Блин, что-то аж провисло, охренеть. И такое бывает, да, друзья. Так, отличненько, мы тут. А, персональные снаряжения. А, вот что такое ребризер. Сберегает кислород при глубоком погружении. Поглощает и перерабатывает СО2 в природный для дыхания воздуха. Классная штука, сделаем. Сетчатое волокно нужно. Сетчатое волокно, браслет с водоросля. Ну, сделаем, сделаем, сейчас. Так, электроника, вот микросхема пошла. Все, теперь персонально, инструменты, строитель. Чертежи аварийного убежища, чего? Так, вот у нас есть этот. Смотрим. База данных, местные формы жителей, арктический скат. Быстрый и подвижный вид скатов, хорошо адаптированных к условиям низких температур. Два набора крыловидных плавников позволяют этому скату быстро менять направление движения и ускоряться. Как и другие местные скаты, он исключительно травоядный. Оценка безобидный. Окей. Чертежи, снаряжение, пропульсивная пушка... Позволяет техникам управлять гравитационными силами. Но это мы знаем. Знаем мы эту штуку. Так, чертежи. Что-то мне тут по чертежам. Мореход вон ищется. Пушка ищется. Кислородный баллон высокой емкости я делал, между прочим, не в Риме. Он у меня вот сейчас стоит. Так, КПК данные аварийного... Во, надо туда поплыть. Стоп, или не надо? Я это ж нашел. Я это нашел же. Добавлены чертежи. А, чертежи. Так, ага. Строительство. Вот, 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 вот. Электропередатчик. Ага. О, господи. Ладно, я хочу вот это сделать. Только надо проклятый медный провод, а на комплект проводов что надо? Серебряную руду, конечно же, надо. Да, ну такие себе, конечно, приятные новости. Попей. И поешь. Такое себе, такое. Так. Угу. Ну, что могу сказать. Поплыли опять в те края. Пособираем серебра. Стоп, а на что оно нам надо? А, комплект проводов, серебряная руда. А ведь крафты очень сильно отличаются в разных сабнафтиках. А это у нас что такое? А это текстурки. Нет, ты в меня не плюйся. Иди в жопу. Ты больно плюешься. Такс. Что-то вижу интересное. Это у нас что такое? Ледяной фрукт. Ё-моё. А как мне тебя?
Во, он неплох. Ледяной фрукт, он не про неплох, это жрачка. Так, ага, вот я еще нашел. Пожалуйста. Батончик. Так, подышать бы чем-нибудь. Так, вон еще. Смотри, сколько контейнеров я не нашел. Какой же я слепень получается, а? Ну давай обратно сюда погружаться. Поищем, так сказать. Угу. Ну, серебряная руда. Вот это вот сейчас вообще красиво было. Дышать не забываем. Дыхалку нам надо поддерживать. Так, кристаллики, фингалики. Титан, урод. Опять титан. Титан, что-то такой ресурс вообще прям гадкий. Так, это что? Это у нас этот, небось. Ну да, конечно, лазерный резак. Но зачем я его сканирую? Стоп, а у меня его нет? А, у меня его нет! Охренеть, у меня нет лазерного резака, прикиньте. Какого хрена у меня нет лазерного резака? Я думал, он... А, это у меня ремонтный инструмент, а вот лазерного резака не хватало, да. Ладно, я вас понял. Понял ваши намеки. Медная руда. Это что такое? Корзинник. Растение в форме корзинки, по крайней мере, освещает все вокруг. Ничего не делает. Так. Свинец. Вот это вот сейчас мощно было. Сейчас вот туда проплывем куда-нибудь дальше еще. Просто надо ж все изучить. Ну не все, а хотя бы, я не знаю, попытаться. Мне нужны ресурсы, много. Иди в жопу, я свинец пизжу. Так, вот, отлично, еще одну гнезду нашел. Опа, серебряная руда. Опа. Опа. Да вылетай, заебал. Сука. В смысле полон? Сейчас выкинем, тоже не надо. В жопу пошел титан. Где? Где серебряная руда? А, вот она. Все, валим. У нас полный инвентарь, надо валить. Подышим. Ну и валим, соответственно.
Так, вот мы на базе. Прогрузочки, да. Что я хотел? Я хотел вот это вон добро. Но вот это добро мне надо. Медный провод, комплект проводов. Больно. Комплект проводов, а вот медный провод пока не судьба. Ланшутка. Это когда еще такое было, чтоб медный провод был и не судьба. Не врите мне, не врите. Сейчас еще и респиратор сделаем. А, поищу, где у нас тут ресурсы. А, так. О, медная руда. Я же сказал. А я говорил. Медный провод тоже готов. Угу. Ну, вот титан один взять надо. Ага, и хотел я эту штуку поставить, да, поставить я ее тут не могу. Что за жопа, а? Вы чё? Охреневшие личности, так нельзя. Ну так вообще некрасиво, я хочу сказать. Мне что, базу надо бабахать? Ну окей, я забабахаю базу, чё мне? Ой, господи. Ну вот это вот вообще сейчас некрасиво получилось, я хочу сказать. Базу тогда надо бабахать где-то вот в этих краях. Поближе, так сказать, к основным действиям. Вот здесь будем мы получать солнечный свет и изучать все вокруг. Ну вот да, да, вот здесь вот самый раз сейчас будет поселиться. Не так, конечно, опасно. Селиться надо где-нибудь вот. Давай где-нибудь здесь. Тут пока вроде более-менее. Попробуем что-нибудь забабахать, почему бы и нет. А, фундамент. Фундамент я могу на любой высоте делать. Мне это никто не мешает, не принципиально. Я его хочу забабахать вот здесь. Я забабахал фундамент, да? Нет, стой, ты его не разбирай, не будь дурой. Потом мы к этому фундаменту еще делаем вот так. Соберем базу, ладно, чё мне? Чё не хватает? Ну да, это судьба. Когда свинец кончается, жизни у тебя дальше нет. О, господи. Надо запомнить это место, что ли? Хотя, чё мне, не найду... Так, ну-ка, я вот тут поплаваю, поищу. Он уже внизу что-то интересное вижу. Идите в жопу. Я это сканировал, я это, конечно, сканировал. Я даже КПК данные тут стырил. А, вот и титан.
Пожалуйста. Вот еще титан. Так, дайте мне свинец, не будьте тварями. Что вот у меня в этой версии сабнафтики прям трудно со свинцом. Просто мы с ним не разговариваем. Что-то не понимаю нифига. Биом такой, конечно, если подумать, какой-то фу, блин, не биом, а жесть какая-то. А вот это вот то, что я и хотел. Вот тут вот нам сейчас будет вообще по кайфу поселиться, если мы, конечно, поселимся. Вот это вот то, что я и хотел. Ща, вот он, смотри. Вот она, серебряная руда пошла. Сейчас свинец тут найдем. Ну, надеюсь. Может, и не найдем. Фиг его знает. И в жопу жрать мне не надо. А, так. Камень. Да, а может тут зависит от удара ножа все? Стрекожись, именно все так и зависит. Нет. Инвентарь полон. Чем же он полон? Он полон всяким говном. А нельзя мне свинец найти, пожалуйста? Блин, золото вон и грех не взять. Не, я сюда не полезу. Отстаньте. О, мое, я не хочу плыть в этот обезьяний биом за свинцом. Вы чё? Вы рофлите? Давайте я поисковик включу. Выступ. Галенита. Будем вот так плавать искать. В жопу мне такие удовольствия. Кристаллическая сера, титан, медная руда, золото, магнетит, серебряная руда, свинец. Давай свинец найдем, а? Там вот что-то жесткое происходит, надо сюда сплавать. Смотри, что у нас тут. Тут у нас есть литий. Тут, конечно, ничем хорошим не пахнет, но ладно. А где я так свинец положил? Объясните мне. Или вы рофлите? Ёпта. Ты чё так орёшь, что я чуть не обосрался? Тебя, кстати, просканировать надо было. Так, это у нас что за фрагмент? Морехода? Конечно, морехода. Второй из трех. Вот и все. Шах и мат. А где свинец-то? Ой, вот надо запомнить, где я начал стройку. Вот в натуре. Надо запомнить это место просто. Вот немножко хотя бы отдай. Свинца, видишь, не хватает. Нам надо чё получается? Это у меня есть два свинца. Погнали, вот. Два свинца, как мужики сейчас. Как мужики, найдем два свинца, а дальше жизнь полная.
добра. Остальное у нас, вот как видишь, все из титана пойдет, и жизнь будет проще. Но, по крайней мере, я был бы не против забабахать большую комнату, но мы ее пока не нашли. Начнем с этого. Потому что пока большой комнаты у нас с тобой нет. Так, с... Ну, я понял, где примерно свинец. Мне даже объяснять уже не надо. Где есть обезьяны, там есть и свинец. Я все правильно стал понимать. И не надо мне врать. Странное, конечно, расположение свинца. Раньше он располагался, по-моему, в самой жопе. А сейчас что-то он стал располагаться рядом с обезьянами. Ради чего его туда посадили? Я не знаю. Так, это у нас что такое? Вот, видишь, пошел вот этот. Поисковик, найди мне свинец. Хотя не, вот этот. Кавалинта, аргинита, хуинта, не. Вот, галенит. Давай искать. Давай искать вместе вот с этим прибором волшебным. Найди мне галенит. Пожалуйста. Так, это я пошутил, это я спрячу, дай подышать. Что-то мало от него кислорода. Ну-ка, дай. Дай, говорю. Ищем грёбаный. Угу, понял. Меня послали, надо туда путь. Давай тут поищем. Тоже обманочка, нет тут пока. Сейчас уж батарейка закончится, а мне вот хочется сделать зарядник и быть счастливым человеком. 30 секунд до смерти. Окей, подышим. Считай, я думал, на улице более благоприятно, но это все обманочка. Так, смотрим. Давай сюда сплаваем. А где ты этот нашел? Можешь мне рассказать? Ага. Слабый сигнал вот отсюда исходит. Бляха. Опа. Не, инструмент на самом деле хорош. Вот свинец нашел. Инструмент довольно-таки неплох, хочу сказать, в использовании. Понял, что все это обман, разочарование. Он, скорее всего, где-то снаружи. Окей, снаружи так снаружи, чё мне? Сейчас сюда вот выплывем и поплаваем с этим прибором. Блин, чё так темно, а? Прям страх. Как темно.
Нет, ты слышишь, ты меня не атакуй, братан, это что такое? Что-то страшно-то. Нет, отстань, ай! 30 секунд. Обездвижила. Собака, что делать-то? Фух, надолго замораживают, хочу сказать, опасная хрень. Нет, нет, ха. Дай подышать. Опасная довольно штука, хочу сказать. Он, блин, беспощадно это все делает. Прям совсем. Он тебя замораживает и не оставляет тебе даже шанса. Я вам думаю, может здесь есть надежда. Серебряная руда, инвентарь пола. Пока пытаемся найти что-то полезное вот здесь. Аргиния. Серебряная руда. Вот мой поисковик. Да я так и знал, что все именно так произойдет. Ладно, давай выкинем. Или зачем выкидывать? Давай поедим. И возьмем то, что нам предначертано нашей жопой. Что-то серия затягивается, но пока я не найду, я не успокоюсь. Зараза. Да нет. Да как ты меня догоняешь? Я втопил как этот. Даже непонятно порой. Так что у нас вот тут хранится? 30 секунд. Свинцом он тоже не пахнет. Сканер, конечно, хорош, все дела, не поспоришь, опа. Вот это что такое? Что-то интересное нашел, друзья. И что-то серия тоже затягивается немножечко. Это что такое? Пещера какая-то, смотри-ка. Надвигается опасная погода, найдите убежище. Да не вовремя ты, опасная погода. Я пока вот не пойму, что вот это вот такое, я ж не успокоюсь. Бляха. Вот теперь ирония судьбы, я еще сюда и не залезу. Ладно, посрать. Где? У меня то, что мне нужно. Галенит. Ну вообще не пахнет. Ладно, дорогие друзья, продолжим следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте писать свой комментарий. Всем удачи и всем пока.